смак цього торту знайомий кожному з дитинства. Наполеон – улюблена страва всіх ласунів. Проте за приготування короля десертів візьметься не кожен. Адже за класичним рецептом необхідно випікати не менше 8 коржів. Наша гостя цінує свій час, тож запропонує вирішення проблеми. Ми приготуємо цей торт за лічені хвилини. А ще Олексій відкриє таємницю, як вдосконалити знайомий смак торту новими нотками солоної карамелі. Для приготування лінивого Наполеону нам потрібні заморожене листкове тісто вагою 0,5 кілограма, 1 літр молока, 3 столові ложки цукру, трохи ванілі, 3 столові ложки пшеничного борошна, пачка вершкового масла, склянка цукру, 300 мл вершків жирністю 20% та щіпка морської солі. Давайте начнем с крема тогда, что ли? Что нам потребуется? Молоко. Так, литр молока. Мы маємо взяти борошно. Так. И мы будем смешивать. Так, нам треба муку розвести. С холодным молоком. Спочатку борошно, а потім молоко. Трошки вот так вот розвести. Угу. Так, це щоб комочків не було. Так. І ще додаємо. Дякую. Еще. 3 столовые ложки муки и буквально полстакана молока. Так. Холодного обязательно. Так, иначе, так, если будет горячее, мука сразу же, знаете, станет клейстером. Так. Вот пока вы размешиваете, все-таки я ставлю подогреваться молоко, потому что нам оно потребуется. А мы доводим его прямо до кипения молоко? Не треба, чтобы оно кипело. Майже-майже, чтобы было горячее-горячее, а просто горячее-горячее и не больше. Я свого часу жила в Швейцарії. А в Швейцарії чим ви займалися? Колись балерина зі Швейцарії. 90-ті роки. Так, так. Mm-hmm. Балерина зі Швейцарії приїхала до Богдана Сільвестровича в гості, і вона потрапила на виставу «Біла ворона», там, де я танцювала. Я дуже люблю танцювати. І вона запросила мене на курс джаз-танцю в Люцерні. Так. Я поїхала для того, щоб, звичайно, потрапити на цю курс джаз-танцю. Так. Але були часи, коли я, звичайно, що я не могла собі дозволити нікуди поїхати. А ви прямо балеріною хотіли бути? Да. Танцовщиці. Так. Ларис, а почему вы вернулись в Швейцарию в 90-е годы? Mm-hmm. Времена действительно голодные, буквально во всем, и неблагополучные. Чего вам в Швейцарии не нравилось? Знаете, пришел якийсь момент, когда мне уже запропонували, грубо кажучи, руку и сердце, ну, грубо кажучи, я сказала, залишайся. Ну так, яка людина дає. Ну, я ездила. И вот сейчас женщины Украины сразу, значит, замерли. Понимаю, как же... В 90-е годы Ларисе, которая уже 6 лет живет в Швейцарии, предлагает руку и сердце швейцарец. И она... Нет. Вот так вы сказали, да? Не. Почему Лариса Руснак сказала нет швейцарцу в 90-е? Все это мы узнаем сразу, вот буквально через считанную секунду. Но прежде мы должны что-то сделать, да? Значит, у меня уже подогревается молоко. Значит, нам треба трошки сюда горячего молока. Прямо с кастрюльки. А молоко надо добавить сахар ваниль же. Так давайте же, сахар. Давайте. 3 столовые ложки сахара и немного ванили. Можна уже нужно... добавляти, да, трошки, сюди треба буду... добавити, а трошечки, сколько? Для того, щоб, ну, можна прямо ложечкою, да, для того, щоб ми температуру, щоб не була різкий перехід, да, до цієї. Так і чому ви сказали швейцарцу-то нет? Коли ти приїжджаєш і їдеш додому, ти знаєш, завжди ж ти приїжджаєш додому, і ти можеш там видихнути, грубо кажучи. Але раптом мені сказали, все, досить їздити, ти залишаєшся тут, ми вже знайшли тобі роботу. І тут я собі уявила, що я більше не поїду додому. І мені стало так страшно. Я включила маленькі ще касети Ніну Матвієнко. Да. Сльози. Довго я сиділа, ридала. Сиділи, плакали. Да, я уявляла собі картинки, що я більше ніколи не побачу Україну. Я сказала, ніколи. Так это Ніна Митрофановна вас уговорила. Вот истинная любовь к своей стране у вас. Да, я не поїхала, я не шкодую, ви знаєте, жодної секунди я не шкодувала, що я так зробила, бо я так люблю тут бути.
Чи можливий заварний крем без яєць? Чого категорично не можна робити, готуючи карамель? Зовсім скоро. Не перемикайте. Тепер треба потихеньку уже можна це вводити. І нам треба це до всю цю історію довести до консистенції сметани. Так. Так, зараз. Так. Вот. Значит, вот смотрите, мы замечательно ввели вот эту вот основу для будущего крема, и у нас никаких комочков, видите, нет, и это очень важно, это здорово. Крем мы не доводим до кипения, а просто нагреваем до консистенции сметаны, поэтому нагрев должен быть просто минимальным. Если вдруг комочки все-таки появились, не печальтесь, пожалуйста, не расстраивайтесь, не нервничайте, потому что их можно перебить или в блендере. А если блендера нет, то можно просто это венчиком. А хочу пока обратить ваше внимание на то, что у нас, вот смотрите, крем загустел, идеально, да, состояние. Вот до такой консистенции, смотрите. А мы пока будем готовить корж. Да, но мы не готовим корж, мы берем тесто. Мы купили в тесто в магазине, да? То есть мы лентяи. Да. Давайте на пергамент сделаем. Вот так вот, да? Да. И сейчас вот я отрежу сразу же. И мы сейчас еще пополам разрежем, так, чтобы два коржа у нас получилось, да? Очень важно, чтобы тесто разморозилось постепенно, потому что нагревать его, конечно, ни в коем случае нельзя. Иначе оно потеряет свои свойства нормального слоеного коржа. Слегка. Буквально слегка. А вы часто готовите в дома? Дома, да. Но я, вот если есть у меня время, я готовлю. Я люблю готовить. Это для меня релакс. Ну что, на две части, так. Да, вот так вот. И отправляем это в дека. И все, муки вообще никакой нет, ведь только пергамент. Все готово для того, чтобы тесто для основы для будущего нашего Наполеона отправилось в духовку. Но перед этим духовочное помещение должно освободить рулька. А остались буквально считанные минуты для того, чтобы они, значит, поменялись местами. Мы готовим всеми любимое лакомство – торт «Наполеон». А мы приготовили, к примеру, заварной крем без яиц вообще. Мы в молоко добавили сахар, немного ванили. В отдельные чашечки смешали холодное молоко и муку. Все это размешали, чтобы не было комочков. И тонкой струйкой вылили в уже такое молоко, ну, доведено где-то до 45 градусов. Так, ну, где-то. Так, оно уже порвало, да, трошки. Да, постоянно помешивали и довели до консистенции сметаны. А сейчас надо вот, значит, оставили остывать, оно немножко подостыло, трошки, да. А сейчас нужно добавить масло туда. Масло немножко дисциплинирует крем. Он держится, он будет держаться, он придаст ту форму, которая нам необходима. А что вы на завтраки готовите? Я люблю робити сніданки. Я люблю готувати сирнички, млинці. Так. Вот вы сказали, что, значит, вы отвечаете за завтраки. Так. А вы ведь живете с сыном. И с сыном, и с его дівчиною. Вот как? Так, так вы что, свекровь? Майже, але я сподіваюся, що все буде добре. І вони офіційно дружаться. І моя невістка, вона зараз взагалі, вона полюбила готувати. Останнім часом вона, знаєте, що стала робити? Но. Собойчиків. Знаєте, такі штуки? Це що таке? Собойчик. Нет. Собойчик – це значить брати з собою. Береш таку баночку дуже красиву і можеш складати туди все, що ти любиш. Треба на дно перше соус, риба, потім сир, помідор, рукола і у мене є листя салату. От. А ще у мене вариться тут каша. Може бути кускус, може бути перловка, гречка, будь-яка каша. І ще у мене вариться яйце. Беремо рибку і нарізаємо її такими кубиками. Трошки соуса. У нас є соєвий. Далі. Беремо оцю рибку. Її прямо отак в баночку. Раз. Поки варяться яйце і каша, поріжемо помідор.
Так, ну, власне, каша в мене вже готова. Вот, чистимо яйце. Так, ми робимо от такі от кружальчики. І складаємо його тепер так от. Раз. Значить так, у нас тут вже є соус, рибка, яйця. Тепер каша. Є. Далі. Я би тепер поклала листя салату. Такими. От. Тепер помідор. Тепер Філадельфію. Оливки такі вона. Так. Далі. Я покладу руколу. І ще би я трошки поклала зверху ще салатика. І от все. Ми беремо кришку, закриваємо. От. У нас є сабочка. Всі інгредієнти, які сьогодні були, це те, що в мене було в холодильнику. Насправді, те, що ви любите, воно може мінятися. Пока коржи випікаються, пока масляце розтворюється, ви його розтворюєте, да? Я хотів би немножко все-таки взяти на себе ініціативу і показати вам, як можна приготувати удивительну соленую карамель, которая способна придать еще какую-то такую, знаете, новую грань вкуса, так скажем. Ну, я же подеваюсь, что без перца будет. Без, но с солью. Алоси. С солью. Так, я вот сейчас беру сковороду, желательно с толстым дном, вот она у нас тут толстая. Такая. Ставим на конфорку среднюю температуру, высыпаем сахар, стакан, вот здесь стакан сахара. И топим его. Важно не перемешивать. Вот как он только начнет сейчас карамелизироваться, не смейте туда вторгаться, потому что он возьмется комками и ничего не получится. И вот сейчас в сахар, когда у нас карамелизируется, мы будем добавлять сливки. И эти сливки нужно нам сейчас подогреть. Вот сейчас смотрите, держите эту штуку, осторожно только, и добавляем тонкой струйкой, и сразу помешиваем. Далее. Щепотку соли буквально. Так, и... Давайте я теперь. Давайте. Красиво, да? Красиво. И убираем с огня. Значит, наша карамель готова, как вы видите. Я напомню, что она не простая соленая. Добавили щепотку соли, что должно усилить и наградить наш Наполеон дополнительным вкусом. И вот у нас коржи. Ларисочка. Смотрите, какие красавцы. И теперь мы что делаем? Осторожно. Коли вдома готуєш, то не така відповідальність. Зараз хочеться, щоб все було ідеально. Не волнуйтесь. Нет, це такий процес. Любая девочка мечтает о принце на белом коне, так называемом. Вот какой у вас принц на белом коне? Турботливый, мягкий, и мягкий, и жесткий. А как это так может быть? А такие, что знаешь, когда знаешь, можешь на него спертися, не подведе, и разом с тем дозволяє, и то, який дозволяє, бути самою собою, ну, не сперечається теж, не можу, не знаю як. Це дуже важке запитання мені щось. Кажуть, що жіноче щастя, аби милий був поруч. Лариса має з цього приводу власну думку. У мене немає залежності
від необхідності мати стосунки. І хоча Лариса прожила вражаюче життя, вона впевнена, що в ньому ще залишилось місце для нових захоплень. Ну, я не проти. Я не проти стосунків. На те, що чому сама і чому там, чи це буде, чи не буде. Як Бог дасть, то буде. Был уже идеальный мужчина, таком, которым вы жалели и думаете сейчас, зачем, почему я его упустила? Сейчас будем, кстати, кремом обмазывать коржи-то. Ну да, было. Было такое? Да. Ой, а что это за история? Нет. Что нет? Я не могу, потому что это моя такая, ну, я бы не рассказывала. Вы никогда об этом не говорите? Нет. Это моя таємниця. А почему? Может быть, мне кажется, что это весьма интересно и вашим зрителям, почитателям. И все-таки мы, конечно, не оставляем надежду узнать тайну Ларисы Руснак. А пока вот я обращаю ваше внимание на то, что выложили первый слой. И вот сейчас я распределяю крем. Видите как? Сейчас карамелька пошла уже. Слой карамельки. Солененькой. Мне кажется, будет у нас торт «Ум отъешь». Вы ведь очень долгое время вели лотерею. Я еще веду ее. А, да? Да. Вы когда-нибудь выигрывали? 18 гривен. О, и все? Да. Ну, мне треба працювати. Є люди, які виграють, а є, яким треба працювати. Вы уже сколько ведете лотерею? 17 лет. Подошли вы к начальнику этой лотереи и сказали, ну, слушайте, 18 лет люди, давайте, конечно, давайте мы сделаем так, чтобы нужная циферка выпала. Вы даже не знаете, мне пропонуют очень часто. Начиналось от 30%, давайте я возьму там джекпот, да. 30%, чтобы я получила, да. 70% той, кто пропонував. Так. Потом пошло 40, дошло до 70% мне, 30% ему. Так. Вы уявляете? Я б уже собі придбала десь на березі. Да. І мала би принца, принца якого я хочу. Дворець уже. І віллу би мала. Да. Ой, мені кажется, у нас такой вкусний буде торт. А я ще думаю, да, що такий торт не може бути несмачним, тому що стільки всього сюди закладено, стільки інформації. Да, і стільки секретів інтересних. У нас лишилося дуже багато крих. Їх треба зібрати, ніхто нічого не викидає. Ні. Випрасуйте сюди. Це сюди. Чуть-чуть вот так вот пожамкаем, присыпем крем. Обратите внимание, пожалуйста, крошки мы не выбрасываем, потому что они нам будут нужны еще, когда мы будем подавать, чтобы присыпать торт. И если возникнут какие-то там такие недочеты, то можно просто вот этим припорошить так и скрыть эти какие-то недочеты. Вот это очень важно. Вот, а сейчас в холодильник, да? Ну так, да. На сколько? Давай. Я думаю... Хвилин 20, може? 20. Ну, полчаса, 15. Щоб схватилось. Давай.